дальше сможем? Дальше сможем? Ой, бро! Маскири, дуэри. Все нормально, дядь. Опа. Не теряться, так как говорится. Все нормально, все получится, прорвемся. Реально. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксанас, и сегодняшнее видео у нас посвящено челленджу, который мне дал мой спонсор на стриме. Алексей, большое тебе спасибо. Друзья, и тут у нас челлендж заключается в том, чтобы я хукал на пудже. Один хук успешный, плюс 200 рублей, и один неуспешный, минус 100. А справились ли вы бы с этим челленджем? Получилось ли бы у вас много нахукать? Какой получился у меня результат, смотрите в видосе, друзья. Конечно же, видос получился интересный. Ну и, конечно же, попрошу лайк, друзья. Не забывайте поддержать другие видосики на канале, различные рубрики, гайдики, челленджи, фишечки. Ну и, конечно же, зарубы стримеров, друзья. Ну а вам пожелаю приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали. Играю челленджи 200-100. А, ты про хуки. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты играет. Барой будешь? Не-не, дядь, спасибо. Нифига, 200-100. Так, 200-100 это жестко прям очень, на самом деле. 200-100. Челленджи 200-100. Ребята, у нас сейчас будет челленджи 200-100. Это прям... Ну, можно, конечно, обузить. В упор пукать. Так, Суит не отвечает. Ну, ладно, тогда. Килл 9, типа. Запущу его на next. Может ли украсть рубик, что дает аганим на нерубе? Ворол? Нет. Ой-ой-ой. Выделяй на next. Давай решим. На ней 1к, на next аннулировал. Спасибо. Блин, ну я АФК. Я биль, АФК биль. Ой, как я далеко тэпнулся. Рунба моя. Давай, давай, дядь. Это плюс 200 рублей только что было. Алексей. Плюс 200 рублей только что было. Это не просто там хук, да, какой-то был. Это было плюс 200 рублей. А, я понял. То есть ты меня вот так вот, да? Тут фул раздамаг, короче, там.
Вот Дота, Викли. Что Дота шекели? Понятно. Тускар так-то машина. Бабулька машина. Что Дота Викли? Как помню, каждый выпуск в Доты сидели, ждали мы с пацанами. Каждый выпуск смотрели, что там нового придумывают. Богек. Говорит Богек. Он, наверное, в ботл. Хотя до ботла долго ему фармить в целом. Как и мне. Трата хп. Богек. При этом у меня такая проблема. Случайно скачал вирус майнер. Как удалить? Ну я ж не знаю, что это за вирус, брат, такой. Но есть программа Malva, анти-малвары по гугле. Очень хорошая утилита. Она может помочь тебе это все дерьмо убрать. А там как получится, не знаю. А как ты узнал, что это майнер? Откуда ты узнал, что это майнер? То есть как тебе... Как ты об этом узнал в целом, что это майнер? Доктор Веб. Ну, тоже можно, да, почему нет? Ноутбук сильно греется. Блин, это никак не может говорить о том, что у тебя именно майнер стоит или еще что-то тому подобное. Если ноутбук у тебя греется, это может быть что угодно. Что угодно может быть, чувак. Хорошо. Если у тебя ноут греется, как минимум, тебе нужно проверить, правильно ли ты расположение ноутбука. То есть, если у тебя снизу вентилятор закрыт чем-то, то он у тебя и будет греться. У меня даже вырубался ноутбук-то. Потом, может греться еще из-за того, что у тебя забился вентилятор, либо забилась сетка. Потом, из-за чего еще может греться? От количества нагрузки. То есть, условно, если ты... Реально очень много нагрузки выдаешь на ноут на свой. То есть там у тебя все открыто, у тебя ноут не рассчитан на такие нагрузки лютые. Слардар покатился. Ох, как он закрыт. И пас. КДшка, брат. Хорош. Найс флутропир. Стандал функционал Касперский на изи. Вот тебе подсказывает. Доктор Шутер. Доктор Вебер. У меня проблемы, дядь. Если крашик будет. Ой, вообще легко пройдет. О, еще и санстрайк. Что за? Сегодня, по-моему, немножко я лаг прокачал. Тут же багом тянуть. На 85-й не работает баг этот. И хорошо. Он работает, но под определенными махинациями. Майнер нагружает комп и греется сильно. Ну, не факт, что это майнер. Смотря в каком состоянии комп. Первое, о чем нужно подумать, это состояние. Ну, конечно, фигню несу. Если бы у меня так было, я бы сначала посмотрел, что за проблема. Типа, я бы системы какие-то посмотрел. Заходишь в диспетчера, смотришь ЦПшки.
почему у тебя так, ну, греется? Там, смотришь ЦП. ЦП, если сильно нагружается, то это значит, что что-то странненькое. Прикинь, ну не могу из-за крипа боссаного хукануть. Либо крипа хукаю, либо хз. Все нормально, приложение мало, но учись, ничего не мешает вентилятору. Ну тогда вот на программы проверь, все. Все будет нормально. На программы проверь. Тогда качай программу. Либо доктор веб. Либо антималвары. Хорошая прога. Оно тебе может помочь это удалить. Я помню, у меня как-то было, когда я прям жестко... Комп, короче, забитый был в ухнарь. Я решил проверить. Ну, мне посоветовали программу вот эту, антималвары. Короче, 400 с лишним всякого файлов вредоносных у меня было. Да не исключено, что у него есть термопасты, там беда. Не исключено. Не исключено. Придется сделать так. У меня, по идее... Опа, Слардар это шотнет, по идее. Хорош, просто на мужчин. Просто на мужика. That was my plan. А точка, а точка 0074 слот или на ас 1 слот? Сердечко, да, я выделю. Я выделю, пацанам. Линасу я выдал. Сегодня Линас похейчен был немножко. Жуз, короче, задонатил, чтобы я его хейтил. Пришлось хейтить. Пришлось хейтить. Спасибо большое. Урна есть у нас? Давай я урну куплю. Урну куплю. Надеюсь, я тут сейчас не сдохну. Видар Вейрин. Опа. Хорошо. Видар Верин, говорит. 11 сиков еще. Нифига себе там. Ой-ой-ой, там еще минки были, крипчик сорвался. Нифига себе. Нормально, силу хапаю, пойдет. Рокман, привет, дядь! Дядь, доброго вечерочка, как сам? А можно мощного разора, жестого дамагера, буриза, молния, кираса, шард? Давно не было разора на стриме, да я и реже стал заходить. Больнички, там интернет хреновый. Дядь, ну разора сделаем. Ты недавно на разоре играл? На разоре сыграем. Че, выделяешь слот, если сказал, что нет? Раскидал сейчас пацанов чуть-чуть. Могу тебе выделить даже. Если надо. Ты ж ушел, я не знаю, придешь ты, не придешь. Ты ж сказал, я пошел к папе, все. Только скажи. Если ты будешь играть, Николай, я тебе оставлю слово.
Спасибо, Рокман. Маны нет. На Разоре недавно играл. Не помню, что делали. Игра интересная вроде бы. Но играл. Нормально, хорош. Пойдем туда. Как ты, Рокман? Пиши в чате. Нормально? Ты идешь на поправку или нет? Или все так же? Хорошо, на next, давай. Должен быть, вот и говорит, выдал. Выдал. А, наверное, да, он про Артура подумал. Так, пацаны, зашли с начала стрима. Артур-то не на стриме был. Говорят, Хен, давай слот. Я говорю, не вопрос. Артур закинет, все, Артур закинет. И поехал. Но Николай любит так, обидится. А он делает вид, что обиделся. Алексей, не надо. Я еще даже не проверял, сколько там СТшка. Но ты попал, по-моему. Если хочешь, делаем, как ты хотел. 150, потому что что-то газанул. 200, 100 это много. 200, 100. Реально много. Такого челленджа не было еще. Об этом 100%. Ну, без обид, ничего личного. Хорошо. Ох, тут, блин, бабах. Ой-ой-ой. Вау, вообще что тут происходит? Вот это там взорвал. Че, байбайкаемся? Нет смысла сидеть на рипере, как думаете? Или... Ну минута, блин, нифига себе. Ладно, не буду. Сейчас чекай. Николай ничего не пишет. Я вот сейчас даже запишу специально его. Я бы и сейчас ему не заходил на некстовую катку. Он бы написал, ну, типа, какого хрена ты мне слот не даешь? Хотя ответа он до сих пор не дал. Я не знаю, ушел он, не ушел. То есть, понимаешь, как человек? Я должен читать его мысли. Читать мысли должен. И вот сейчас тоже должен был прочитать, что вот я... Слотов не было, я 12 слотов, да, я там раскидал как-то слоты, кого-то из спонсоров подвинул,
четко тютелька в тютельку, да, там? Еще кого-то подвинул. И сейчас зашел так, и не понял, а что-то ты слоты даешь, а мне не дал. Камон, дядь, все ж нормально. Не паникуй. Но мне на рипера, блин, жопу порвали. Я сделаю БМ, с БМом чуть легче будет. Маскиры, Дуэйри. Давайте БМ-ку. Маскири, Дуэйри. Все нормально, дядь. Маскири, Дуэйри. Нифига, там еще кто-то. О. Не-не-не, не пойду. Ладно, это ж тусканчик. Редко толком. Сел коляску, полноценно двигаюсь. Не могу, блин, канут, слышали звук? Встань, брат! Мы пришли с миром. Ой, первый промах! Брат, это было жестко. Ну, значит, надо три попасть еще. Это первый промах был. Один раз промахнулся, 10 раз попади. Я понял, Рокман. Ну, короче, неутешительно, я вот так скажу. Не падай духом, дядь. Если что, заходи, бывает здесь весело. Хотя бы какое-то развлечение будет. Все нормально, друг. Такое, бро, честно. Так, если честно, печально за тебя, потому что так, видишь, по мгновение что-то может так поменяться в жизни. Там флутрапир играем, доту. Полетели. Да, но, блин, я на самом деле желаю тебе не это, не терять. Как говорится. Блин, забашил бы, было бы хорошо. Не теряться, так как говорится. Все нормально, все получится, прорвемся. Реально. Что бы ни было, дядь, все хорошо должно быть. Иначе зачем это все, правильно? Что ты за мной бежишь? Больше не за кем, что ли? Астана нет, что ли, ему? Ой, я еще хуканул под конец. Астану, почему Угрстана не давал, не знаю. Ну да ладно. И камбэчат, пацаны, камбэчат. Камбэчат. Стрим до скольки? Ну, еще игры 2-3, возможно. Посмотрим, если зайдут ребята. Я хочу аганим, но я БМ-ку, по-моему, начал делать там, да? БМ тоже хорошо. Ну, аганим все-таки. Рапира или рипер, конечно.
Сейчас Лордар не захотел, да, поддержать что-то? Убегать надо, мне кажется. Кажется, надо убегать. Но что-то они не разобрались с кнопками, на самом деле, пацанятки. Не разобрались. Блин, хотел, блин, кануться, не успел. Тут по-любому вард стоит. Вот здесь. Опа, допиндор. Там вард, дядь, 100%, я тебе говорю. Били бы и все, сразу туман дал бы. Но он побоялся. Не уверен был в мувах в этих. Я бы там тоже не факт, что дал бы кнопку. Ой-ой-ой. Давай, дальше сможем? Дальше сможем? Ой, бро! Хорош, вот это хук. Все-таки варда, походу, нету. Это хук. Вот это хук на Верочку. Какие хуки побольше надо? Ну, да не. А, в смысле бонус какой-то за такой хук? Типа бонус за безумный трюк, типа бонус за безумный хук, да? Не, Алексей и так, блин, сейчас потеряет всю пенсию свою. Не думаю, что тут надо бонус закрыть за такой хук. Я лишний раз стараюсь не хукать тоже. Максимально аккуратнейше. Ну, вижу, можно хукануть. Я не жду, я... Ну, типа, нет такого, чтобы я прям овер сильно сыковал. Я постоянно, типа, ну, риск, и риск есть риск. Возьму, сделаю это, кину. Пофиг вообще. Типа, а когда не газовали? Типа, такой смысл. Стоять бояться, в лес не ходить. Пенсия большая. Ну, дай бог. Дай бог. С ДД под Бладластом прям бодренько ломает лучше. Есть обсерв там? Вот так, хорошо. А когда не газовали? Полетели. В Ревантус. А что решил, решили, что я пенсионер? Ну это так образно. Типа, ну. Ты. Лучше укусить, потому что крипов много тут уком заберу. Пойдем, пофиг. Хорош, ты что, подхилюсь с ульты. Ох, если бы попал, я бы сразу тоже среагировал.
Б. Ну, хп у меня нет, чтобы там умирать сейчас. А, там флутропир с гемом, да, погиб? Еще этот байбэк у нас. Нормально. Уходим. Бимди! Эй, жена Бимди! Где Биме, пишет. Биме, Биме, дядь, да зачем тебе Биме мой? Останься с моим Биме. Хосту прогулял, ну, блин. Печально. Так, тушку свою захиливаем плотненько. Биме, где Биме? Достался своим... Да что такое, блин? Что это такое? Жестко, блин. Что-то тут как на говно наступишь, блин. Так воняет везде. Интересно, вард есть? Он так странно очень двигается. Хорош. Тучку. Рики хуканул, но это... Ой, ну я умер. Вот, ну... Бегал ман сюда, зачем? Когда хукаешь в союзника, оно в СТ, кстати, не падает. Мы это проверяли. Тут уже, не знаю, решайте. Короче, не надо было мне, да? Прыгать. Макс Люк ТВ где? Не знаю. ХП под некром, там жесть по процентам ныряет все. Прям очень жестко. Ну, типа, ну, некр... У меня ХП немного, мне надо по-любому отожраться. Я сыкану, потому что... Ты видишь, как он ходит? Как он ходит на тускаре? Он вот тут мансит. Почему он тут мансит? Скорее всего, вард есть. Скорее всего, есть вард. Вот я поэтому и не прыгал. Как я могу быть уверен, что там нет варда? Так он первый прыгнет. У него больше шансов убить меня сразу. Панч, либо двойка. Я не знаю, почему Twitch ставит 720, чувак. Я стримлю 1440 везде. Он сам ставит 720. Я не знаю, почему. Привет. Нет, стоп-метр. Я не буду выдавать слот, дядь. У меня просто нет. У меня 10-11 холдов сейчас на каждую катку. Чуть подраскидаюсь, может там ближе к часу ночи, может будет, пока не знаю. Но обрати внимание, как тускар, вот пересмотри эту драку. Как тускар вот здесь вот ходит, вот тут может вард стоит, я откуда знаю. А он меня байтит наоборот, я прыгаю, он сразу в накат, так как у него вижен будет, он раньше нажмет. А мне нужно дойти в упор прыгнуть. Вот и вся история доты. Да не за что. Я боюсь, там мин столько будет, что вообще с ума сойдем. Я ломать буду по чуть. Да что меня туда-сюда вот это... Короче, я прыгаю. На рипера меня посадили. Хорошо, это воегис будет. Плюс хук. Куда? А я тебе чем не угодил? Еще мины... А, мин нету, да? Хорошо. А, еще минка была, нифига себе. Я как чувствовал. Привет. Героя заказать можно. На Next есть заказ, поэтому пока не могу сказать. Ну куда? Ну как тут минус? Ну типа 200 рублей не заработать.
такой ситуации невозможно не заработать 200 рублей. Как быстро заработать 200 рублей? Очень просто. Ты можешь попросить Алексея сделать челлендж. На хуки. 6 тысяч золота, что купить? Октарин, чтобы хукать чаще. Алексей, ну обижаешь. Когда ты крайний раз видел октарин на пудже? Я никогда не видел октарин на пудже на стриме. Давай сейчас подглядим немножко. Я еще, кстати, сильнее буду кусать. Отхиливаться. С октарина еще буду отхиливаться, когда кусать буду. Курсы по заработку, да? В доте. Клок, красава, вардит, девардит. Ты посмотри на него. Ну просто гений этой игры. Вардит, девардит. Кайтит, эвейдит, байтит, мансит. Случайный некор произошел. Тут невозможно хуком не попасть, но я в трапе стою. Вот этого укусить. Опять трап, да что такое? Три трапа. Надо БКБ сделать. Там трапы, жесть. А чё Рики? Артефакты разбили, да, походу? Клок тоже не прыгал. Там трапы стоят, из-за трапов зайти не можем. Я БКБшку сделаю, надо пытаться. Но они еще камбэкнуть могут прям жестко. Красу пойду пофармить, да, гол. Я БКБшку пойду фармить. Так, аккуратненько будем фармить БКБшку. Там, блин, жесткие кнопки. Маскири дуэри, дядь. Полетели. Пайп или Тараска. На КБху, мне кажется, дядь все-таки. Прям неплохо зайдет. Можно Рошана подождать третьего. Взять гемчик. Рики Транквилл заобузил, потерял несколько сапогов. Вот и без слотов. Возможно. Я не думаю, что так произошло. Суть челленджа. Один хук 200 рублей. Не попал хуком, минус 100. Как тебе такое, Илон Маск? Это тебе не кибертраки делать. Опа, смотри, тут минное поле. Сейчас крипчики вышли из чата. Ну, если я выживу, будет хорошо. Жесть. Я мог укусить, но решил захукать. Прочекивай, дядь. Есть что-нибудь еще? Хорошо. По-моему, там трапы будут. Если я прыгну в трапы, как обычно. О, Рики Меку сделал. Вот она что. Во-во-во-во.
Туда лучше не прыгать без БКБ. Некор идет. Я Б. Пойду лучше. Как люди доказывают? Ну, документ, скорее всего, скидывают. Там цифры какие хочешь закрывать, главное, чтобы дату видно было и лицо твое. Чтобы я понимал, что это ты, а не там фотошоп или еще что-то. Потому что бывали люди, которые присылали мне фотошоп, причем кривой, и говорили, хрень, мне слет, дай 50 один раз в день. Я говорю, чувак, ну, блин, ты приколист. Я же вижу, что это не то, Тайрс. Ну ты обманщик, говорю. Ох, метеорит прямо с экрана вывалился. Нормально. Ой-ой-ой, брошка. Смотри. Бардики стоят. Вау, вот это хук просто джениусный, дядь. Пилю. Да у меня на рипера опять дают. Ой, хукануть не могу, ничего не могу делать. Опа. Жесть, дотка. Агур пришел, пойдем помогать делать. Стан даешь? Трэп опять, да ё-моё. Все в трэпах. Слардара жалко нет. У меня почти БКБ есть, Слардар фармит. Горошана! Я возьму. Куда кидать? ТГ. Либо ВК. Я не кура, если чё. Все, БКБ есть. Атос, не-не-не, Атос, я не хочу. Полетели. Буду на ХГ просто прыгать там и хукану, подкушу там, что-то такое буду делать. Что-то такое будем делать. Только надо вижен. Хорошо. Хорошо, вайпер наш, по идее, да? Вокера, вокера, дядь. Хорош. Минки. Ну пойдет.
Ох, прям под колодцем схавал. Лол. Офигеть. Че, СТ-шку чекнем? И 36-37, Алексей. 36-37. Офигеть, нахукал. Некром давно играл? Недавно. Эх. Хорошо, еще хук. Забыс, БКБшка залетела просто. Сорок, 41. Тогда смотри сам, или некро, или разор, я понял. Ну, как я и говорил, там не больше 40 хуков, но сколько там, 50? Не вижу. 102 силы, 41-42, дядь, вот, 41-42 и 102 силы. Нифига себе. Нахукал, да? Нахукал. И я знаю, что ты проявишь сдержанность. Будучи наделенным вот это казанул.